Сегодня готовим самый дорогой виски кола в мире. И не судите нас строго, мы все-таки хотим попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Для начала возьмем хрустальный бокал Баккара. Нам нужно охладить наш бокал, и мы будем использовать специальный круглый лед. Чтобы правильно охладить, мы возьмем исландскую воду. Вот так. Помешаем наш бокал, тем самым мы охлаждаем. В охлажденный бокал кладем очень дорогой лед с живыми цветами внутри. Вишенка на торте – это Chivas Icon. Но чтобы вы не подумали, что в бутылку налито что-то другое, посмотрите, она полностью запечатана. Ух, страшно до жути. О, металлическая пробка, хрустальный декантер, серебряный джиггер. Для меня аж руки трясутся. Заливаем прямо сверху льда. Ух, ребята. Это будет следующий шаг. Специальная Кока-Кола. Наливаем нашей Кока-Колой. Немножко размешаем. Будем использовать не простой лайм, а кефирский лайм. Мы аккуратно кладем его здесь. Шпажка выполнена из полудрагоценного камня. И возьмем не простую соломинку, а серебряный стик. Ну что, ребята, пробуем. Я не знаю, как реагировать на это все происходящее, но могу сказать, что это по-царски очень дорого. О, наш виски кола.